Здравствуйте! Сегодня мне хочется поговорить о микробиологическом удобрении и о пользе его применения, которое можно сделать в своих домашних условиях. Итак, приступаем его делать. Для этого нам понадобятся сухие дрожжи, которые засыпаем в посуду, 1 чайную ложечку, сахар-песок, 1 столовую ложечку или 3 чайных ложечки засыпаем тоже в посуду. От количества засыпанного сахара зависит дальнейшая работа дрожжей. В данную посуду заливаем теплую воду и размешиваем тщательно. Размешиваем до однородной массы, чтобы сухие дрожжи растворились. А если сырые у кого дрожжи, то они и так быстро растворятся. Если мало воды, то берем еще доливаем ту же самую теплую воду, чтобы был объем воды достаточен для поднятия дрожжей. Теперь будем наливать кефир. Кефир будем наливать 400 грамм. Это полная баночка из-под сметаны. Налили кефир, вот так он выглядит в баночке. Полная банка. Теперь всю эту закваску из дрожжей и кефир вынесем на солнышко, на улицу. Вот как мы видим, аккуратно они стоят и греются на солнышке. Пока наши компоненты греются на солнышке, этим временем мы будем наливать концентрат под видом Байкала. Это компостная куча, которая ранее заложена была в емкость. Оно тут у меня все работает и выделяются полезные микробактерии, которые необходимы так для жизни растений. В этом компостном ящике я заранее подготовил слив для данного концентрата. Вот, снимаю заглушку, которая была закрыта, и наливаем нам необходимое количество данного концентрата. Как мы видим, цвет данного концентрата светло-коричневый, похожий на цвет концентрата, который продается в магазине концентрат Байкал. Набрали необходимое количество концентрата, закрываю заглушкой слюную горловину. Где-то 1,5 литра я набрал достаточно. Это будет добавляться в воду для полной работы микробиологических бактерий. Теперь будем смешивать все компоненты, которые у нас заранее приготовлены. Берем этот концентрат, который налили сейчас, и который ранее приготовлен, с водой был разбавлен. Это тоже концентрат такой же самый, только я его разбавлял с водой. И выливаем одну емкость до необходимого нам объема. Сюда выливаем ранее поставленный греться на солнышке дрожжевой состав. Вот он маленечко поднялся. Теперь выливаем также самый кефир сюда для полного брожения. И будем сюда добавлять ранее приготовленный пучок крапивы. Крапива жалится, конечно, она тоже дает хорошее развитие микробиологическим бактериям, которые здесь будут находиться в данном составе. Вот этот данный состав будет теперь прогреваться на солнце не менее 5 часов, он должен прогреваться, и мы увидим брожение данного состава. Вот так он выглядит. Что такое микробиологическое удобрение? Это и есть живые бактерии, которые позволяют перерабатывать и осваивать растущим растениям полезные микроорганизмы, которые им недосягаемы. Эти бактерии помогают превратить недоступные питательные элементы для растений в доступные. Полезные бактерии находятся в спящем состоянии до данного времени. И чтобы их разбудить, необходимо какое-то средство, которое поможет им проснуться. И тогда они начнут свою полезную работу. Вот это удобрение приготовлено нами и разбудит полезные бактерии, находящиеся в состоянии сна, для пользы растущих растений. Пусть этот концентрат теперь прогревается на солнце не менее 5 часов. Теперь берем 150 грамм для маленького ведра, это 7-литровый, и 200 грамм для 10-литрового ведра. Выливаем сюда данный концентрат и разбавлять будем его водой. Разбавляем сюда водой его. Больше концентрата лить не надо, достаточно и этого объема, ибо излишки они тоже не полезны. Выливаем, водой тоже тепло разливаем. И теперь под вечер как раз будем поливать данные растения. Под каждый куст выливаю по 1 литре. И так вот под каждый кустик выливаем и даем пользу для дальнейшего роста данных растений. Ну вот и все. Надеюсь, это видео было полезно. Кому понравилось, палец вверх.
Если кто знает более лучшую или интенсивную микробиологическую подкормку для растений, пишите внизу в комментариях. Буду рад почитать, перенять опыт. Задавайте вопросы, кому что непонятно. Отвечу. Подписываемся на канал, чтобы не пропустить новые видео. Спасибо всем за внимание и удачи. До свидания.